Добрый день. Очередной репортаж о том, что происходит здесь. Значит, время, по-моему, 7 часов вечера. У нас теперь появились биотуалеты, причем они в разных местах. У каждого ангара стоят. Их теперь много. У нас появился Bobcat, которым можно что-нибудь грузить и что-нибудь копать. Дальше там у нас работает... Работает трактор, до сих пор роет, кабеля закапывает. Здесь у нас работают электрики также, прокладывают уже кабеля. Вот, тут ставится забор. Вот, электричества пока на все хватает. Но когда здесь будет много кто работать, тогда электричества нам не хватит. Именно для этого мы все это закапываем. Вы знаете, что такое тепловой насос воздух-вода?